Вот уже несколько лет в России активно празднуют иностранный праздник Хэллоуин. Соликамск также не отошел от навязанных Западом традиций. Так, например, молодежь нашего города решила провести флешмоб. Разодевшись в костюмы страшил, они будут танцевать на улице. Мы же решили спросить у соликамцев, а стоит ли вообще отмечать этот день. Можно его праздновать у нас в Соликамске? Да. Почему? Ну, наверное, будет весело. Праздник он русский? Нет. Мне кажется, нет. Откуда, как вы думаете, он к нам пришел? С другой стороны, наверное, какой-то. Чем вас привлекает этот день Хэллоуина? Что нужно вот переодеваться в разные костюмы и... Разукрашиваться, да. Всякое-всякое, чтобы красиво было. Ты как относитесь, вот, что так молодежь празднует? Да лучше даже положительно. Да. Пусть молодежь празднует, пусть радуется. Да, мне кажется, он уже прям как свой, как родной. Столько лет люди справляют его. Праздник неординарный, интересный. Я думаю, что нужно поддерживать традиции других стран и народов, поэтому очень весело, особенно дети его любят. Я не знаю, я как-то к этому отношусь не очень положительно. Вы знаете, я к нему никак не отношусь. Это не наш праздник, я не думаю, что его прямо так масштабно нужно отмечать. Наверное, что-то русское найти надо. Посмотреть в источниках, какие были раньше в это время праздники. Я так думаю, что свою культуру забывать не нужно. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Решать, отмечать иностранный праздник Хэллоуин или нет, только вам.